Фотография как раз сверху снята, вот ракушка, да, и спины, и длина сцены. И солнышко было теплое. Сейчас. Ну что, всем привет из Москвы. Я побывала на очень крупном фестивале, названием Барт-Академия. Такой самый крупный московского региона фестиваль. В Подмосковье проводится в пансионате там, в одном крупном. Вот. Ну, где-то чуть-чуть попела, но там очень-очень много желающих петь. И на основной сцене не удалось, потому что я в последний момент вообще решила ехать туда. Вот, но зато встретилась с друзьями, потусовалась, что называется. В общем, было интересно. Там был такие, кончается фестиваль, а потом начинаются такие концерты в разных там корпусах, холлах там. И был там... не был? Нет, не был. Он писал про него. Был, да. Был такой парад дуэтов такой, ну уже после основного концерта. Мы там с Димой выдали тоже. Но там тоже абы кто не пройдет там. Вот, так что... Потом там мероприятия, вот эти ночные уже, всевозможные посиделки, они аж до пяти. Причем эта программа расписана, так сказать, ну, официально вот до пяти часов. Вот, там есть такое одно из мероприятий ночных, называется хоровое пение. Такое вот. То есть все садятся, человек 100 примерно в большом зале, и поются самые такие известные песни, которые в, общем, в основном все знают. И все сидят по кругу вот так вот, несколько рядов вот так вот. И... поют хором эти песни. В общем, такие. А что ты не фото не поставил в чат? Кстати, я наснимала всего, и даже видео думала вам кинуть, и забыла. Частично. Ну, в принципе, могу и скинуть там хоть что-то потом. А Лев у нас балует, где она ходит, и нам выкладывает все Лев. Да уж. И требует от нас, ну где? А у нас сегодня видео мало, я не снимаю так чуть-чуть от Николая. Я поставлю. А, вот, ну, особо шуточных у меня нет. Я как-то сюда шла, так вспоминала какие-нибудь весенние такие вот, связанные с апрелем, что-нибудь такое. Ну, наверное, начну такая песня Веры Матвеевой, знаменитая поэтесса. Давно уже ушла она. Песня называется «Прогулка по городу». Такая весенняя прогулка. Нищи меня, пожалуйста, я ушла гулять по городу, полусветом, полутенью, мимо заспанных домов. Я спасу от одиночества эти улицы и дворики. Если где-нибудь услышишь вдруг
гулять по городу, просто вышла и бесшумно за собой закрыла дверь, просто вышла и бесшумно за собой закрыла дверь. Песня такая вот, посвященная как раз весне, апрелю. Она называется «Догорает старый вальс», ну, по первой строчке, или второе название «Московская цыганочка». Песня написана очень давно, в 50-е годы, но она до сих пор поется, ее все знают, поют, ну, по крайней мере, в Москве. Автор ее Балашов Никий. Нас уже ушла.
так незаметно день за днем жизнь пролетает. Вот уже март за февралем снег растает. Вот как вчера мела пурга, вылетели. Что же понять с тобой тогда мы не успели. На клубе или нет, грустная песня называется. Ну, она не такая грустная, как название. То есть тем не веселая, а теперь будет грустная. Но не совсем. Песня Дмитрия Подчинтаева. Стихи «Юный морец». Но она в стиле бассанова играется. Бокал на стеклянных шипах, вино финикийским пылает, и грустная песня звенит. И общество делает взмах, ее повторение желает, и грустная песня звенит. Фитчица гладит кота, равенство всех.